Ну вот, ну конечно уже. 15-ю, 16-ю лестницу. Ребят, это надо смотреть. Всем привет, с вами я, Сэнзэй. Фестиваль «Круг света» 2018. Почему не сходил на фестиваль «Круг света»? Нет, я сходил на фестиваль «Круг света», но почему я его не показал? Был я только на одной площадке. Это Останкинский пруд или Останкино в 2017 году. И меня полностью разочаровал. В Останкинском пруде я практически ничего не видел, ну, как-то попытался заснять. Останкинская башня вообще не была задействована. Готов был хвататься за голову, ну, поэтому не стал ходить на другие площадки фестиваль «Круг света» в 2017 году. Ну, а в этом году здесь как будет интереснее. Грибной канал, музей-заповедник Царицына, музей-заповедник Коломенское, театральная площадь и впервые музей Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Впервые принимает у себя фестиваль «Круг света». Но сейчас я нахожусь в музее-заповеднике Царицына. Кстати, я впервые на это место посещаю в рамках этого фестиваля. Ну, посмотрим. Скорее всего, такое будет очень зрелищное. Кстати, торжественное открытие будет проходить в Грибном канале. На Грибном канале был я в позапрошлом году, в 2016. Я бы смог бы показать Грибной канал, если бы не авторские права. А так бы с удовольствием бы показал. Блин, где же этот чертов КПП? Иду я от станции метро Царицына, Замоскворецкой линии. Вход там, сказали, через какой-то 11-й КПП. Я без понятия, там где-то в районе... где-то севернее Царицына и ближе к станции метро Орехово-Замоскворецкой линии. В общем, идем туда. Ну вот, ну, конечно, уже... 15-ю, 16-ю лестницу. Ребят, это надо смотреть. We'll be right back.
сознание и заставляет все время идти вперед. Исследовать, изобретать. Воображая будущее, мы блуждаем во тьме, пока сами не захотим найти ответы. Ответы на вопросы, которые не способны задать, пока не отправимся в путь. Солнцем, дарующим жизнь, и солнцем ее разрушающим. Когда мир облетает паутина новой реальности, когда солнце разливается реками по полям, беспощадно выпаривая из них жизнь, не оставляя надежды, мы начинаем поиски.
общем, думаю, вам понравился фестиваль «Круг света» в музее-заповеднике Царицына. Вот тут такая цветовая аллея к выходу, в данном случае к станции метро Царицына. Ой, даже мне что-то немножко спина заболела, а это причина того, что мне очень нравится. А я поеду уже в другое место. Это фестиваль «Круг света» в музее-заповеднике Царицына. С вами был я, Сэнсэй. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока!